такое честный учитель? Честный учитель – это человек, который готов признать несовершенство системы образования, который готов идти на диалог с учащимися, родителями, коллегами, который готов признать свои ошибки и исправить их. И это тот человек, который никогда не пойдет на сделку с собственной совестью. Это человек, который не боится говорить правду и учит этому своих учеников. Любит свою работу и гордится ей. И работа эта – обучать своему предмету, поддерживать и вдохновлять учеников, а не собирать деньги на новые двери, ходить на хоккей или участвовать в манипуляциях с бюллетенями. Думающий и анализирующий, а не молчаливый исполнитель иногда бессмысленных приказов. Это синоним слова «профессионал». Это, пожалуй, один из немногих критерий, по которому в данный момент многие родители выбирают школу для своих детей. Это просто сумленный человек, який сам живе по християнских заповедах добрыни и спагады, и этому ж будет своих вучнем. Той, кто николи не дозволить отбыться гвалту, ни моральному, ни физичному. Честный учитель знает, что цель не оправдывает средства. Это тот, кто объективен всегда и при любых обстоятельствах. Той, кто не допустит угласный покой, идеологию и хлусню. Это наставник, який выше за все законы, за все загады ставит человечую мораль. Поважая выбор и меркование кожного человека. Устав все понимать и быть крайним. Никогда не пойдет на сделку со своей совестью. И да, честный учитель имеет совесть. Это человек, который дает детям не только знания, но и формирует их характер, формирует их как личность. Всегда будет выступать на стороне добра, справедливости и мира. И всегда будет защищать своих учеников от зла, беззакония и насилия. Мы, честные учителя Беларуси, считаем, что идеологической пропаганде не место в школе. Каждый ученик для нас в первую очередь – это личность, и он вправе знать о существовании различных мнений и взглядов. Принять сторону он может сам. Для меня идеология – это любовь до своей отчины. Это отказность за все, что ты робишь в своем жизни. Это гонор за тех людей, которые власным прикладом, ценой власного життя, власной свободы, доказывают, что беларусы мают право людьми зваться. По конституции нашей страны каждый гражданин имеет право придерживаться одной из множества политических идеологий. Потому я считаю в корне неверно и в целом антиконституционно насаждать детям лишь одну точку зрения. Гораздо более правильным было бы обучить их критическому мышлению, которое помогло бы им в будущем. Идеология не учит любви к родине. Идеология воспитывает лояльность. Школа – это место, где учителя дают детям знания, а родители должны давать детям воспитание. И мы, учителя и родители, не должны перекладывать друг на друга эти обязанности. На своих уроках иностранного языка я учу не только правильно употреблять артикли. Я также учу формулировать и высказывать свои мысли. Именно поэтому я не могу и не должна навязывать своему ученику одну единственную идеологию. Школа будущего – это место для творческой реализации учителя, который готовит интересные уроки, а не занят заполнением бесконечной документации, выполнением отчетов, протоколов и прохождением всеобуча. Школа будущего не является инструментом давления и запугивания участников образовательного процесса. Это союз и сотворчество учителей, учеников и их родителей, где все друг друга слышат и уважают, и вместе строят новую страну счастливых и свободных людей. Это место, где учащиеся чувствуют себя свободно, потому что отметки им ставят за знания, а не за внешний вид, поведение или членство в БРСМ. Из школ убраны участки для голосования, а учителя не занимаются вопросами организации и проведения политических кампаний. Это место, где детям интересно на уроках, потому что учащиеся вправе сами выбирать, какие предметы и в каком объеме они могут изучать. Белорусскую школу не надо уничтожать до основания и строить заново.
достаточно организовать конструктивный диалог между учителями, учениками, родителями и Министерством образования. Диалог, основанный на взаимном уважении. Это хорошее, современное, качественное образование. Это свобода. Свобода слова, свобода мысли, свобода действий. Это место, где учащиеся получают знания, которые реально пригодятся им в будущем. А счастливой, меркую, школа станет тогда, когда мы, наставники, перестанем бояться проверок, поперок, начальства, снижения премий, контрактов, новых технологий. Смелость – это первый крок у счастливой школы. Сделайте его, коллеги. Счастливой школу сделают счастливые люди, счастливые дети, счастливые учителя и родители, которые понимают и принимают свою роль в жизни друг друга. Это место, где не читают нотаций, не воспитывают шантажом, угрозами, не делают внушений, потому что воспитанием детей занимаются их родители, а не школьные учителя. Мы – честные учителя.